Привет! Я рада приветствовать вас на своем YouTube-канале. И у нас сегодня обед. Так, 1:20, я на работе. Решила перекусить. Так, значит, у меня сегодня, если будет видно, рис и вот такой голубчик. Это не я сама делала. У нас здесь есть недалеко такое заведение, не знаю, как кафе самообслуживания. И вот там готовят и супы, и все что угодно. Очень вкусно. И вот в такой прекрасной чашечке у меня кофе. Приятного аппетита! Так, как настроение вообще у вас? Как у всех дела? У меня хорошо, работаем, погода отвратительная. Ладно. Я не взяла салфетки. Буду посматривать в камеры, чтобы было немного людей. Там девочка работает одна, но все равно это же закон подлости. Как обед, так людей просто прет неимоверно сколько. Сейчас немножко перекусим и расскажу такую не очень приятную историю, которая случилась у нас в городе буквально позавчера. Ужас. Что творится и что происходит вообще, конечно, в жизни. Какая у меня прекрасная кружечка. Обожаю такие чашки. Вообще, очень. У нас на работе стоит просто кофейный аппарат. Такой, который на кнопочки нажимаешь. Ну, и он там все делает. Макачино, капучино. Поэтому у нас тут все под контролем. Вот. В общем, у нас сегодня 15-е. Сегодня вторник. Это значит, случилось, наверное, в воскресенье. 13 числа. У меня сын тоже ходит плавать в бассейн. Но он ходит плавать возле нашего дома. Прямо этот бассейн находится вечером 8 часов. С 8 до 9 платно. А вот еще у нас в городе есть такой большой спортивный центр, комплекс. Там, где и катаются, и на коньках. Ну, в общем, бассейн, ну, все что угодно. И вот в воскресенье были занятия вечером у маленьких деток. По-моему, 6 лет, если я не ошибаюсь, потому что там моих друзей сын в этой же группе как раз был на тот момент, когда это все случилось. И, в общем, один ребенок начал тонуть. Просто до чего непонятная ситуация, потому что там такой, как лягушатничек. То есть там мне по колено. В группе было 7 человек. Тренер, который их тренировал, женщина в возрасте, раньше занималась профессиональным плаванием. О ней только идеальные отзывы, прекрасно, все хорошо. Как это произошло? Как она не усмотрела? Причем такое ощущение, что это было долго, на протяжении долгого времени, потому что все, у него уже остановилось сердце. И приехала скорая. Сначала в новостях написали, что мальчик умер. А потом, спустя какое-то время, что он жив, но он лежит в реанимации под аппаратом, наверное, искусственным. Или как это называется, честно, я не знаю. И вот сегодня пошел второй день, как за его жизнь просто борются. Борются врачи. Я так понимаю, что сердце, наверное, ему, у него работает. Он, возможно, вот честно, я не буду утверждать, что и как сейчас происходит, но мальчик еще живой. Дай бог, мы, конечно, здесь все очень так переживаем. Такая, ой, жуть. Ой, не дай бог. Я надеюсь, что с ним будет все хорошо. Вот. Главное, чтобы он пришел, конечно, в себя. Да. Ну, такие неприятные ситуации в жизни, конечно, тоже случаются. Это все жизнь. И знаете, меня больше всего поражают люди, которые начинают писать. Боже, комментарии — это, наверное, самое вообще ужасное, где вот пишут, вот для меня вот что попало. Потому что надо это все позакрывать, эти все бассейны, дети тонут. Ну что за бред? Это просто ужасное стечение обстоятельств. То же самое, как и за рулем ездят, сбивают. Вон у нас тут ежедневно, просто вот ежедневно сбивают людей.
И что теперь? Вкусненько очень. Рис такой обалденный, с овощами. На обеде, конечно, все очень так по-быстренькому кушаем. Работаю в сфере торговли, в магазине. 2 через 2. Вот сегодня и завтра я буду работать. А потом четверг-пятница у меня выходные. Так что вот такие пироги. Все, ребят, я доедаю. Было вкусненько мне. Ничего с собой сегодня не взяла из дома. Я бывает беру что-то из дома, а бывает вот хожу вот в это заведение. Там и ценник неплохой, то есть недорого, абсолютно недорого. И вот обычная такая еда, то есть ты можешь взять какой-то бульончик с фрикадельками, вот, ну, как я сейчас, рис, там, голубчик, ну, что-то такое. Всё. Я наелась. Ну что, ребят, всем спасибо, что были со мной. Берегите себя и своих близких. Пока-пока.